Всем привет, друзья! Сегодня готовлю плов. Вот так порезала, обжарила мясо, свинина, лук, морковь, чеснок, соль, перец, приправа. Вот все немножечко обжарится. И стакан риса промыла. Всего один стакан. Так что плов, не плов, каша, не каша с мясом. Как уж есть. У нас называется плов. Нам так легче. Рис мы отдельно варим с котлетами, к примеру. А вот так у нас называется плов. Хорошо шкварчит. Видите, лук, морковь. Все приготовится. Немножечко сейчас обжарится. Пропитается приправами, вкусняшками. И там еще чеснок я добавила. Рис промыла. Добавила сюда в сковородочку. Сейчас налью из чайника водички на стакан риса. Приблизительно 2 стакана кипятка. Кипятком залью. Еще потом немножко потушится на слабом огне. Я добавлю зелень. Вот так. Закрою сейчас крышечкой. И зелень добавлю. Пусть готовится. Все, зелень добавила. Плиту электрическую вернула на единичку. И все, закрываю крышкой. И пусть минут 15-20 на слабом огне готовится. Вот такой у меня будет плов. Вкусный. Запах уже чесночком, приправами. Красота. Ну все, плов мой готов. Вот так он у меня получился. Постоял на слабом огонечки. Правда, я его перемешала. Вот тут у нас мясцо. Вот так. Положим на тарелочку. Всем приятного аппетита. Сейчас открою баночку огурчиков маринованных, вкусных, с красной смородиной мариновала. Вкусные, без уксуса, просто соль, сахар и как консервант красная смородина. Открою огурчики. И у меня есть еще помидорчики в сладком таком рассоле. Очень вкусные, маринованные. Я люблю их с пловом. Так что всем приятного аппетита. Пишите, как вы готовите плов, с чем вы его кушаете. Всем здоровья, счастья, радости, мира и добра!